Скажи мне, блядь, этот ёбаный дальнобойщик, нахуй, ПЗИ, ВРТ, НРТ. Дальнобойщика позвать. Да, с Хорош. ними нормально время проводить можно. Жалко, они все время в рейсах, а так бы. Ах, был бы комп у них, конечно. Да. А еще если на руль клавиатуру перекинуть, прикинь, с мышками. Ну или Warcraft играть сенсорную. вот так? Ну да, типа рулишь такой. Это на каком классе можно рулем играть? Ну не рулем, на руль я имею в виду кнопки приделать там. На 1, 2, армсваре 3, можешь играть, нахуй. слышишь? На кого-нибудь, А, нахуй. ну да. На армсваре можно на руле играть. Если рулем играть, мне кажется, он там, блядь, по трассе не проедет, нахуй. Пойду покурю я перед началом, пожалуйста. Просто в трэш даешь быша, и вот, в принципе, как ты играешь на РМС. Блять, вы такие умные, вы меня засумонили, а я не ебу куда бежать. Это первый раз. А там не надо бежать, надо садиться на маунт и лететь. Открываешь карту, и там подписана такая хуйня. Ульдуар. Вот, надо лететь в верхнее здание. Там такой большой вход, ступеньки такие. Туда лететь надо. Вижу, вижу. На ачивку Вот. пойдете или без? Не знаю, какие тут бесы, но ачивки мне не интересно пока что. Ну, которые на дракончиках, вот эти вот красивых. Ну, как-нибудь в другой раз. Пройдем Хорошо. для начала пару раз, а потом посмотрим. 25 человек, когда Дальнобойщик чистится вам не лайпнить? час 30. Что там, лог есть какой-то? Вот это Элисия Фейркраут, это кто? Это я, брат. Кто-кто? Он. Я. Я? Это такой ник, что ли? Нет. Вот Лисифер Крауд, это Влад Долгов. Вот. Это новый какой-то челик? Да, это у меня друг с общаги. Я его посадил. Ему в целом все интересно. Он готов в Ульдуар ходить каждый РТ по 10 раз. Вот. Да. Вот. Он будет ходить хоть куда. Я не удивлюсь, если он будет ходить чаще, чем я. Вот. Да. Ну, ничего, слышу, не слышу. Ну ладно, удачи вам. Я так понял, короче, Войт, ты его слышал через мой микрофон, потому что мы сидим вместе, а он все время с тобой разговаривал, а он, блядь, на кнопку ему надо. Раз, раз. Разговариваем. Вот. Ну вот. Алисифер Крауд, вот это Он лох что, с Влад. тобой в одной комнате, что ли? Да, я его с А, общаги типа нихуя. подорвал. Вот, он будет ходить каждый РТ, может, чаще, чем я. Вот. Нихуя себе, блядь. Ну, его надо будет, типа, это, приодеть. Ну, это я там А как у схожу него с с ним. тактиками, с хуяктиками, со всей этой хуйней? Объясните все, я все пойму. Я понял, я Он понял. это... Давайте объясняю, короче, братан. Заедь в льду, спустись вниз по ступенькам, поставь шкаф. Шкаф Шкаф уже стоит стоит, здесь. никто не Где? сумонит. Я вот Ой, стою, ебаный. Ну держу ладно, шкаф. похуй, поднимайся тогда Я к вам. понял просто. Проверка на ФК, чтобы видел, кого можете сумонить. Мы ждать не будем full рейд. Имейте в виду, мы сейчас едем, сумоним, едем к этому, нахуй. Начинаем экскурсию нашу на Ульдуар, нахуй. Что там АФК? Пами, Элия, Амиралиса, Шалина. Киризайт еще надо присумонить.
Плюс 0, блядь, утюг. Еще я, блядь, в 15 я делал, плюс 4. Короче, там ассисты у всех есть. Короче, там этот самый, как он называется? АФК, блядь, 5 человек нахуй пошли, на это садимся. Мотоциклы, разрушители и едем. Ехать надо до конца, до босса. Ничего не надо стрелять, ни в какие маяки. Просто едете до конца. Вот я уже туда еду. Нужно доехать до комнаты, там два моба больших. Они, значит, должны... Их надо убить. Когда два этих больших моба убиваете, все остальные мобы рейдятся. Выходит босс, машины ломаются и появляются возле босса, возле портала. Нам надо это сделать. Пока мы это делаем, может кто-то еще зайдет. Но если не зайдет, то убьем быстро босса и пойдем дальше. Кто на мотоциклах, там кидайте черные лужи, чтобы мобы медленнее бегали. Сейчас подъедут разрушители, будут еще стрелять. Так, а мне бы пасть и так надо. Маяки ломать все? Ничего не надо ломать. Еще раз повторяю для тех, кто первый раз зашел в ДИС. Ехать до конца, где выходит босс. Убить надо два больших моба. Ульдуарский великан. Череп и крест. Ничего не надо бить. Надо приехать и убить два больших моба. Там, где выходит босс. Ехать прямо. Когда умирают два больших моба, выходит босс, все машины ломаются и появляются у портала. Нам это надо сделать. Не надо ничего ломать. Надо приехать в комнату, где два больших моба. Их надо убить. Моя крушить. Разрушители, вы должны ехать прямо. Вы должны ехать прямо. Я как навигатор буду вам. Прямо, прямо. Еще 200 метров прямо. Вот, немножко. Все, выезжайте из комнаты. Выезжайте из комнаты, слазите из машин. С медленных машин слезьте и выйдите из комнаты. Выйдите из комнаты, выйдите из комнаты. Сейчас, когда выйдет босс, все машины сломаются. Слезьте с машин. Так, сейчас босс выйдется, если там никого нет. Выйдется. Садимся все на разрушителей сначала. Слав, я тебя перебью, говорят, десятка стоит у нас. Это по плану все? Нет. Че, десятка реально, что ли? Ну, по книге десятка показывает. А от кого там бой, блядь? Он. Поехали тогда отсюда. На выход. Здравствуйте, ёпт. Хуёвая Алиса, заливай не туда, блядь. Ладно, короче, это долго будет сейчас. Подождите, я все сделаю.
Так, плюсуем, кто в Долоране. Ты в Долоране, точно? О, в ТТГ, блядь. А, ну... Ну вот хуяк я в Долоране. Это ты пиздишь, я в Долоране. Кого выкинул с льды, и там можете плюсовать. Шкаф надо, не надо? Надо. One seconds. Сука, чтобы я в льду десятку еще ходил, нахуй. Мудрец Диси говорит без кнопки. Хуй знает. Стоит. Почему он должен сколько-то стоить? Мудрец это звание, он имеет это в виду. А, там блокировка стоит, да, бля, только рацию можно хуять. Если ниже звание, наверное, стало. Чумовая, там что-то то ли пробел жмет, то ли чё, нахуй. Тутук, 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 нахуй. Ты как догадался, блядь? Как еще пробел звучит, я же, бля, опытный геймер, блядь. Я, блядь, заебался эту чувствительность убирать. Если вы зашли в льду, ничего не трогайте. Ни с кем не говорите, нахуй. Помер. Помер ты в Дисе, ДКшник? Кто-то новый какой-то телек, челик. А, вон ДС говорит. Сегодня тебя перекинул, помер. Да, да, здорово. Ты новый помер. Челик? Да, а, новенький. А, у меня с ударениями проблемы, я постоянно неправильно говорю. Понял. Ну, иногда бывает правильно, но это, типа, блядь, как называется, если бог пошлет. Нормально. Ты с какой гильдии пришел? Вообще с Umbrella. А, что-то я слышал такое. А что там, что-то закрывали? Да, ситуация там такая непростая получилась, короче. Я на основу не заходил долго, а твинами бегал. Ну, РТшки там, знаешь, такое. Как бы... А потом получилось так, что вся ЕПХа улетела с основы, и основу кикнули с гильдии из-за того, что я, оказывается, на него не заходил. Хотя, ну, твинами играл, понимаешь, на РТ. Угу. И обратился к ГМ, а он говорит, что, мол, типа, не было активности за игрока. Угу. Ну, непонятная ситуация. Короче, не знали, что это твоя основа, а твинков вроде... Не-не, они были привязаны, по ЕПшке, как бы, но... Кто у тебя, основа ДК? Вообще ШП. А, ну закидывай его сюда. Добро. У тебя какое время тебе подходит сибирское с 16 до 20.00? Да, 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 подходит, да. Мне ШПшник нужен. Че он тебе сколько дает? Да, у меня ШПшка там не одетый, 257. Ну ты за него шаришь, тактики все знаешь? Ну да. Ну вот мне ШПшник нужен, у меня этого класса вообще в рейде нету. Ну я сейчас смотрю, у тебя 4, 4 приста там, 5. Это не тот рейд, это другой рейд. А, понял. Это ночной.
Заходим в Ульду, тут 25-ка уже стоит, садимся на разрушитель и едем также до конца. Ой, это мы что, сколько? В одного хила Гелидай дойдем? Я надеюсь. Не знаю. Посмотрим. Ебать, вьетнамские флешбеки реально, блять. Да, нет. Давайте, проезжайте быстрее этих ебаных дворфов, вот эту всю хуйню, блять. До конца едем быстренько. Мотоциклы сейчас все сагрят уже. Едем просто напрямую. Разрушители, садитесь, их там 5 штук. Быстрее будет. Просто едете вперед, все расстреливайте. Это маяки, не надо никакие стрелять, вот эти, которые одиночные столбы стоят. Просто мелких мобов убивайте, чтобы вам не мешали, и все, едете вперед. Немножко офф-топика. Войт говорит, а у меня с ударением немножко плохо. И я такой про себя думаю, ага, вместо доброго вечера я вас всех выебу. Ну это не ударение, это это. Оговорочка так, по Фрейду. Там было... Блять, там было челики, короче, пришли на корабль 25 гер после 3 или 4 вайпов на леди. И подумали, что, короче, было бы заебись не убивать ружейников. Вот. А так как не убиваешь ружейников, они расстреливают рейд. Один упал, там, спрыгнул с корабля. Другой ранец не отделал. Ну и, короче, просто вайп на кораблях. Ну и все, и после этого у меня крышу снесло. Начал ругаться. Нехорошо. Некрасиво, некультурно, ну и так далее. Я не хотел, честно. Иногда не могу себя остановить. Как вы после тачек сможете сумануть? Мы сможем, и не только это, мы сможем многое. Но да, только не сможем. Я лечу, конечно, я лечу, но думаю, успею, нет. Да, я уже второй раз сюда прилетел. В общем, крестик и череп надо убить. Стреляйте в них. Мотоциклы можете починиться на кругах. Где там стрелять разрушителя в череп и крестик? Все, выходим с комнаты, к порталу встаем. С машины вылезти, чтобы долго не ехать. Сейчас машины все сломаются. Чтоб с комнаты все успели выйти. То есть, если вы останетесь, там вас босс убьет. Лучезара. Это... Все, машины появились. Ну, бой из-за того, что там на Лучезару мобы бегут. Садимся в разрушители. По 2 человека. Сначала нужно сесть в 5 разрушителей. Вот они стоят слева. Заехать на портал. И только потом все остальные машины. Мотоциклы в последнюю очередь. Так, кто мне там? Чумовая сидит. Заебись. Заезжайте. Ждать всех я не буду. Мы сейчас пуляем босса уже через 10 секунд. Заезжайте в комнату разрушителя. Кто там еще есть, чтобы заехать? На счет 3 пуляем. 1, 2, 3. На стака 10 стаков и поддерживать. Уезжай куда-то в бок. Колчана наносить будешь? Колчетан вон падает, подбирает. Я говорю, анонсить, когда тебе надо будет. Тяни. У меня 30 пока. 25 можешь еще притянуть. Сейчас доедем до куда-нибудь. Вот туда, в центр. Тут ничего не надо. Тут этот... Вон сзади еще стоит. Это босс 30 секунд. Не хочу на нем ничего объяснять. Кому интересно, вон где десятки, почитайте. Это, что в машинах написано на кнопках, надо знать, как что работает. Для 25-ки хм пригодится.
Там все то же самое, только побольше хп. Все, слазим. Такс. Так, а в каком я пати? Вперед и по лестнице вправо вниз. Слава, можно все шмотки мне? Ты тебе че или кому ты продаешь? Че это локу надо или че? Так, немножко потерялся. Ну я бы крыльцо себе взял локу, я потом могу передать. Чмовая, я думаю, можешь в шипешники идти. Так я в шипешники и пришел. Я тут даже вспомнил, что можно аксессуар ебаный апнуть на ТГ. Так, сейчас немножко перекинем. Уже на отличную загрузку поймал, сейчас она заходит. У тебя же ДЦ это, да? Угу. Че, как корень работает, заебись? Заебись, да я хуй знает, мне вообще похуй, я не смотрю за эту хуйню. Ну, жрём рыбу, короче. Этот, Дицекрафт, кинь обмен войду. Ещё раз, чё? Войду обмен, кинь, пятый патч. Я возле рыбы сижу, блять, хаваю. Так, на вот эту хуйню будешь дамажить дохуя теперь. Поставьте шкаф, пожалуйста. Спасибо. Ой-ой-ой-ой, спасибо. Все, пиздец. Мы тебя одели. Сейчас поставлю, брат. Мы тебя одели, давай мне 5000 голды, короче. А, как заработаю там? Да. Все, я понял. Запомнил. Я записал в блокнот. Надо было перед этим в этом ЛФГ писать, продам шмот судьбы. Че там, никого больше нету, что ли? Кстати говоря, там... Че там никого больше нет, никаких нибудь ДДшников там обоссанных. Так что, мне в танке или в ДД идти? Кто? По миру. Будь в танке, будешь соло танчить, все, короче. Окей. Так, сейчас еще буквально... Сейчас я гляну, что я там, блядь, по начислению написал. Так. А, о, теперь боссы по сотке. Нормально. Так, ну поехали, значит. Кстати, ой, там по поводу рейд хелпера, блять, на Дискорд тебе помочь или чё? Ой, это, короче, относится к рейдам, которые вне РТ и которые совместно там и, короче, на продажу, типа голдранов, короче, я не знаю. Ну вот, сможешь там через крейт описывать, народ будет записываться, вся хуйня. Там опять же, это мне надо выбирать время, когда я сам смогу играть. Или, может быть, кто-то этим хочет заниматься, ну, в плане рели, там, каких-то пугов водить. Не знаю, типа, я 2-2 работаю, если 2 дня я смогу там что-то. Ну, это где-то, может быть, с 14, там, может, с 12. Ну, короче, ДВшное время, скорее всего. А если после, это только в том случае, если у нас РТ нет, то есть вообще день свободный. Вот, но так как первые дни РТ мы забиваем, КД забиваем, короче, запускаю эту хуйню. Так, где это, блядь? Где этот моб ебаный? Вот он. Ля, Салинович, у тебя идет это слеза ностальгии, блядь. У меня нихуя, блядь, ненависть к этому рейду, блядь, до конца моей жизни. А какая ненависть? Смотри, тут все убивается за одну секунду. Да я не понимаю. Ты не понимаешь, блядь. Че тебя заставило ненавидеть этот рейд? Да я же осваивал его. Так я тоже осваивал. Я, блядь, я ненавижу нахуй льду, блядь.
Я короче, чтобы ты понимал, на циркуле мы когда играли, если знаешь, сервак такой был Логан 3, PvE X1, он еще до этого вирджином был. То ли с инаскаунтом начинал, то ли как. Но он, короче, долго прожил. Не знаю, когда его закрыли, то ли в 18-м, то ли в каком году. Вот. И, короче, мы там, мы когда играли, ну, у нас топ-гильдия была. Там считалось топ-гильдия, типа, если ты закрываешь там больше двух, больше трех там РС и ЦЛК 25 гер. Вот там по личам и халионам считалось. Вот, ну мы типа самое большое 8 закрывали РСок и 8 ЦЛК гер личей. Типа вторые, третьи, четвертые составы, то есть из твинков состояли. Вот, там у людей было по 10, там по 20 персов, танки, хилы, там все. Ну то есть все могли все на всех делать. Вот, вот там была какая игра, блядь. И когда мы заебались всю эту хуйню фармить, мы стали, ну там, 4-5 ЦЛК проносить, и потом стали на ачивки ходить, то есть ачивы дрочить. В этой. Типа там же нету кучи рисованных маунтов, как тут на Сирусе. Вот. И мы, короче, это было. Ну, там все, видишь, еще по-разному было. Сервак и менялся, и что-то где-то фиксили. Сначала все работало охуенно, потом ломали, блядь. И, ну, куча всяких времен пережили, блядь. И вот эту вот ульду мы ходили в плане того, что мы тут делали ачивки. Вот. И это считалось, ну, челики, прикинь, с ДПСом, который алголон падает, типа, за геру, блядь. Челики вайпались на нем. Они вайпались почему? Потому что не знали тактики, вот. И на йоге вот этот плюс ноль было сложно сделать. Ну, потом, конечно, когда все поняли, что как что делать, где что дамажить, где отворачиваться, где что, стали фармить эту хуйню, вот. И там голова вот эта, которая с йога падает плюс ноль, она... Я ее лутал два раза на себе, на одного персонажа, главного своего. Первый раз я лутанул, когда нам челик какой-то помог заэрлить эту хуйню. Вот там где-то с Альянса, что ли, бац, если не ошибаюсь, ник был у него. Сейчас уже не помню, может, другой какой-то был. Ну и, короче, он сказал, типа, вот, вы все там профессионалы, все знаете, все умеете. Ну, типа, нужно нервничать, все проходить там. А ну хули, вон, видишь, один-один нажимаешь, все проходится, блядь. Там так же, блядь, в гире, блядь, с шемами, нахуй. Ну и потом стали еще и волонеры делать. Вот, и, короче, падает эта голова, падает плюс ноль первый раз. Давайте, геру и фул ДПС. И я говорю, значит, ну, давайте, типа, мне, блядь. А потом на следующий день был какой-то откат на сервере, что прям за день или за два удалились все шмотки у всех. Типа, что люди получали за это время. И у меня эта голова удалилась, нахуй. Вот, а там же и ни поддержки никакой, никто ничего не возвращал. То есть, ни шемы, ничего, все похуй было. Ну, может, за большие бабки, может, что-то и возвращал. Ну, и потом, короче, может, пару месяцев спустя, может, там, почти полгода, блядь, мы уже туда ходили. И я наныл, говорю, блядь, меня вообще удалили. Говорю, отдайте мне голову, говорю, блядь. Все, отдали голову. Вот, кстати говоря, Элли и Амиралиса стали под лицом дракона, что из-за чего они погибли. А еще и дракон залетел. Не успели больше 50% ему снести. Придется заново три пачки трэша бить. Да. Ну вот, там хули маунтов не было, видишь, только конь с лича. Но мне конь нравится чисто не то, что моделька, мне это все похуй, а то, что ты можешь и побегать на нем, то есть где нельзя летать, и включаешь летать, а там 310% скорости. Кайф. А тут как бы, не знаю, таких челиков нет, но есть вот кто фармит себе всякий трансмог, я вообще не понимаю эту хуйню. Трансмог, это чисто исключительные люди для меня, ну, блядь, как знаешь, как, ну, я в жизни так к одежде отношусь, ну, заебись, удобно и все, и похуй, а какого там цвета, от кого, блядь, кто ее сделал, похуй вообще. А, ну, это жиза, блядь. Ну, мы вот со Салинычем тут, считай, сидели, нахуй, в 200-м шмоте, блядь, хуярили вот этот вот трэш, блядь, вайпались на этой ебаной, блядь, острокрылый. Я помню, мы 13 вас уже там сюда освоили. А еще у нас были максимально тупые челики, блядь. Просто тупые. Максимально тупые. Это было заебись. Бля, мне кажется, ли раньше вот это вот хуйта было дальше, блядь. Сейчас, да, это вот, это хуйня на полтора часа. Ну, тут я не знаю, конечно, явка маловато, надо еще кого-то. ИП я за нее поднял. Больше, чем в два раза, ну, примерно. Вот
вообще легко все падает. Все, она сейчас больше не взлетит. Подъебала только и не вставайте. Еще и бейте. Самое главное это вот Валанир и Хилан. Если, ну, видишь, бывают люди разные, кто за хилов там что-то знает, но все не знает. Вот и они там пиздят, там, что на Эрдру хуёво, там еще что-то хуёво. Но они больше, ну, на Сирусе, скорее всего, не играли ни в Т5, ни в чем нахуй. Только с какого-то циркуля пришли, где действительно Эрдру, это, ну, определенный... Хотя Эрдру можно спек сделать, допустим, чтобы он танка хилил. Можно по-разному поизвращаться, но это никому нахуй не надо. То есть хапал, есть хапал. Здесь Эрдру в Т5, он, ну, все преображается. Все становится более интересным. Там он такие цифры выдает, блядь, по 25 тысяч хпс, а 25 тысяч возьми-ка аптайм 33%, возьми то, что щитки настакиваются. Это я робота Гера говорю. Это огромные цифры. Там хпал столько не даст никак. Потому что, ну, хпал это, ну, не знаю, в Т5 я не помню, по-моему, не было у нас. Вот, но эрдрушник начинает, он просто так плотно хилит, что он не, ну, все, у всех хилов забирает от хил. Конечно, овера дохуя, ну, блядь, я охуел, когда увидел. Это можно, я заберу дребежку с башкой там. Этот, блядь, хил, кстати, блядь, говоря, воет. Я хуй знает по поводу... По поводу, блядь, переделки себя, я, наверное, блядь, очень резко стану 4-5, блядь. Очень резко? Вот. Да, очень резко. Спасибо. Конечно, за завтра. Че вы стоите? Вот мобы, блядь, бить их надо. Че вы, блядь? Бить надо. Говорю, полтора часа все проносится. Не стойте никогда. Хуярьте. И что там с людьми? Будут еще люди, нет? Что-то хуйня какая-то. Где их взять? Где их взять, этих людей? Ибо многие играют ради тупо шмота. Откуда тебе будут сюда приходить люди? Ну, ради ИПшки можно прийти. Ну, такое себе. Ну, чтобы забрать потом шмотку. Это если ты по ДД, может быть. Там внизу мобы, короче. Локи могут их банить. Если два с полюсом, одного можно забанить. Вот они, короче, кастуют каст. Из него выходит вихрь. Вихрь этот очень противный, может убить. Могут хилы проебать, если невнимательно будут. Поэтому смотрите. Где там танк? Давайте поактивнее. Готовьте стан вот в эту хуйню. Вот. Либо стан, либо притяжка срабатывает, либо откидывалка. Ну, готовьте. Сейчас вы познаете боль. Вот этих мобов от рейда отворачиваю. Мобов подводите к танку. Ярость. А, он забанен. Давайте мелких пока убьем. Все, разбанили. Смотрите каст. Чтобы мобы не чаржились там до входа в ульдулаб, подойдите мобам к пяткам, подводите их к танку, а не отбегайте от них от танка. Это же, блядь, простые истины. Все там по максимуму в это в ДД спеке спекайтесь, вот кроме пятой пати. Если спека нету, там смотрите. Синтек, у тебя есть ДД, блядь?
А то 10 хилов тут не наворотим нихуя. Надо будет нормальные. Надо будет нормальные персы. На последних боссов. Ну я могу, если надо, типа, на друида зайти. Там, типа, там шмот по колоку, когда идет. Че, мне заходить сейчас? Ну сейчас чуть попозже. Ладно, скажи, зайду. И смотри, там у тебя ИП проебывается. Так что сам смотри за своим ИП. К луже иди, знаешь, да? Нет. Заставь лужу, вставай в воду. Все за спиной босса должны идти. Босса тоже в воду? Босса в воду, дальше, дальше иди назад. В звезду все подбегите сюда. Вот звезду все сюда подбегите. Чтобы он не делал рывки. Вот, по-моему, все может стоять. И моба еще собери. Я и говорю, встаньте под пятки босса, вот где звезда стоит, вот сюда встаньте. Слышно, блядь, не? Трипал, дай демку. Чё, чё дать? Демку. А вот этот каст? Подожди, пожалуйста. Похуй, наверное. Вот на этот каст стопаются это касты. Еще если мастера ауру с третьей ауры и паладины дают, то не подкидывает рейд. Давай, короче, ну тогда на Мурлока зайду, а то тут 10 человек все убьют. Да, давайте дамагеры как-то расчехляйте персов с дамагом. Зайду. Что там за посох, подеремся? Ну, Лока спроси. Деремся, блядь, причем походу всеми нахуй кастерами. Если он носить не будет, то... Вот у меня посох напряженность, дали носить. Если не будешь носить, да, там кинь, не особо. Кинь на ролл. А как кинуть на ролл? В объявлении рейда. Просто отдай кому-нибудь, кто-нибудь кинет. Че мы, блядь, будем этих мобов нахуй убивать? Да, давай убьем. Вот мобы. Бля, че, на трансмут не берем вообще ничего, блядь, нахуй мы тогда сюда идем, вопрос. Я что-то ебал, если честно, идти ульду еще, блядь, не при этом трансмут не латать. Это хуйня выйдет. Какой трансмут? Из-под купола. Вот моб, который компактобот. Вот этот вот. Чтобы он не делал такие рывки, ему друид может кидать корни. Ну а техники, вот такие рывки, да, чтобы он не делал, можно ему кидать корни. Ну, вообще даже нужно. Но так, техники вот этот купол ставят. Техники, чтобы купол не ставили, можно им дать стамп каст. Либо притяжку, либо еще какую хуйню. Мобов в сторону босса не отводи, то еще босс пулится. С той стороны еще мобы.
поставлю метки на техников, если не видно, вот их два. Надо сбить косты. Компактобу только дать корни, как только спулится. Вообще вперед надо корни давать. А то он сейчас побежит на нас и опять полрейда убьет. Ну, каз до сих пор никто не сбивает. Ну, можно и так, можно куполи постоять. Тогда вместо полтора часа он, да, будет проходиться три. Ну да, можно и кидать корни, в принципе. Да больше же код. Надо их пока накидать, потому что они сбиваются дамагом. Жена спрашивает, скипетр ролл будет? На... Я локу закинул. Честно, я не знаю, как это сделать, а все не один сделают, я... Я еще раз тебе говорю, отдай обмен кому-то, и они все сделают. В чем проблема? Лапоса возьмите. Заебался, у меня еды нет. Блять, мага ни одного нет еще. Все. А вот кинешь на ролл посох этот. А чё сам? Дайте шкаф. Мне неохота. Шкаф поставить? А, всё. Ну, сейчас умнём это. Да ёба народ. Не, ну блять, ну... Не, нихера, Лёня, блядь, дурак, шо ли? Когда ты успел его выиграть? Так, поехали. Иди, пуляй босса. Просто его на ступеньке отвернёшь. Танч. Выпадет сердце, его убить надо. Я понимаю, что, конечно, типа, рофла рейд, но можно там бафы раздавать, ну, давайте нормально поиграем, я не хочу здесь 3 часа сидеть из-за того, что, блядь, слакает половина. Ты кто, матерас? У меня тут танк спрашивает, да? У меня каски нет. Ну, паладинов, смотри, он кирезает, я хиляю литр пива. Вот. Наверное, они могут бафнуть и каску, и кулак, и МП5. Вот, сердце убивайте. Ебляхэм. Здорово. Быстрее в сердце. Ну, если у человека нету там полипавера, аддона, чтобы сразу бафнуть, когда люди пришли. Ну, не знаю, тогда надо в ПМ просить. Если кто-то есть, кто каски бафает, да у него спросить, почему не бафает. Может, забыл. Все, остался только босс. А там, кстати, Богдан же реально этот пост уже выиграл. Я и посох, и жезл уже все выиграл. Это все мое. Что, по 10 раз будем ролить? Типа его ж кидали уже на ролл. Блокос, выходи. Подведи ближе просто сюда, мобайту. Череп, уйди с рейда. 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 Ну, у тебя хп мало. У меня одетый перс. У тебя другого перса нету нормального? У меня только этот. Бурлокос есть у него перс? Не, у меня нет этого. Я единственный, это первый перс мой, считай. Денчик, ну вон, можно денчик взять. Денчик просит. Денчик, пошли к нам, гильду заебал. Вы мне вчера ИП не выдали.
Ты даже не в гильдии какой-нибудь ебой выдадим, блять, наркоман проклятый. По почте там, хуй его знает. Бля. Слав, выдай ему ЕП по почте, блядь. Дэн заебал, пошли в гильду. Я не хочу. Черепок, выходи. Типа... Я сейчас не знаю, онлайн буду редко, наверное. Сферы подойди ко мне, я их заберу. А чё вы искры копите, их убивать надо? Что-то они по рейду дамага добавляют так-то много. А, ну я понял. Ладно, давайте заново стопаем хил, еще заново попробуем. Почему? Перескрин. Вам ДД нужен? Да. Желаю. Можно я за 200-го зайду? Я что-то слишком, ну, не хочу 200. Слишком, слишком легко, да? А. Ну, типа, да. Да не, не давай, надо, не заходи, мы сами справимся. Понял. Сейчас только скажу людям, что сверки надо бить, а то я забыл. Их накопили 5 штук. Смотрю, что-то по дамаг по рейду больше идет. Хилы не захиливают, это 5. Это. Покидайте тело, портал. Третий. А если подернуть? А, или боху. Чего? Портал третий. Вперед едем к роботу. Потекините. Кому? Да и мне я кину. А вон голос уже пришел. Да все, я уже кину. Рыба стоит. Подъезжайте, давайте шкаф. Блин. Сука, вайп нулись. ДД дебилы. А я, бля, если честно, вообще про искры здесь забыл нахуй. Угу. У меня есть замечательный 150-й хант. Может, его тоже заинвайтить? Пусть за кем-нибудь побегает. Не, не надо. Надо нормальными персами проносить, иначе нахуя сюда идти. Быстро проносить, и ничего, времени много. Мне хоть тут долго сидеть. Полтора часа, я же говорю. Я тоже и друид 76 уровня, блядь. 220-й хант. Твиночек. Не хиляю, ты где? Бафните, пожалуйста. Ой, ты чё ты сам за ДД-то не пошел? Ты хочешь посчитывать? Я могу пошипешить. Да нет, тебе просто вопрос. А нахер это уже целых 4 хила, блядь? Ну ты видишь, блядь, 5 искр не захилим. Мы и так вайпнули. Сейчас, может быть, захилим, нахуй. Сейчас, может, захилим. Бля, я еще тринку забыл зарядить. Может, из-за этого не захилили? Да, сука, это... Да и без палипавера можно там, если кьюш хотя бы 50 есть, нахуй. Можно и без палипавера бафать. Просто смотришь... Ну, каски, сказали каски. Вот, допустим, Киризай, что бафаешь? Можно реально в мире встать, блядь. Паладин, просто вы должны... Ну вот, кулаки, кресты, а паладина 3. Зачем бафать эти кулаки, кресты? Бафы, кресты, и хиляют и тут. Сейчас я вас нахуй разберу, блядь. И хиляют и тут. У хиляю, в да. Полипавере каски стоят. Я хиляю, бафаешь каски, нахуй. Литр пива ты тут? Блядь, сначала и... лить. Вот, на, ты бафаешь кулаки. Все, теперь вообще задача проста. Все, это самая проверка. Что тут делать, расскажите. Блять, это, сука, это единственный сервер, где с паладином, нахуй, рассказывают, что бафать, пиздос. Да не, нихуя, на циркуле там вообще пиздец. Да нихуя такого на циркуле нет, блять. Есть. Нету. Я, блядь, на циркуле есть только баги. Когда я играл, не было такой хуйни, блять. Играл на сервисе, на циркуле. Это тихо, тут, как оказалось, никто тактику не знает, сейчас будем рассказывать, нахуй. Не, ну ты это... Это... Демон там, все вот эти, приблуда, все вот это. Встаньте сюда, блядь. Поставил сейчас звезду. Гравитация делать. Выбегать. Вот. Как крестик, как череп выбегал, так выбегай. Вот гравитацию, вот на такое расстояние от босса. Все, зерцы играем. Выбеги, кто там нахуй? Внушим.
Да, блядь, не в Долоран, нахуй. Рейндж сюда, вернись, вот сюда, встань, где я стою. Вот на такой рейндж от людей отбегаешь, не надо. Тихо, нахуй, не перебивайте, блядь. Долоран, не надо выбегать с крестом. Подведите пиздюка в мелизону. С крестом не надо выбегать в Долоран. С черепом надо метров на 20 от людей отходить, иначе их затянет. Короче, самая опасная ситуация для хилов там, когда выходит этот черная метка, челик ее выносит, и когда топот одновременно идет. Вот этого челика с черной меткой надо прохилить. Вот искра вышла, внимание, нахуй, ставлю на нее квадрат, нахуй. Ее надо убить, алло, нахуй. Бью ее посохом, смотрите, нахуй. Ее надо убить. Прием, нахуй. О, нихуя себе. Крестик, выйди с рейда, где он? А, вот он. Далеко не выходи, ближе подойди, блядь, ближе подойди. Я же говорю, 10 метров. Искру бьем, вышла искра новая. Череп выйди. Там, блядь, челик скиллованный сидит. Знает тактику. Вот. И эта хуйня вся по КД. Не надо далеко эту хуйню хоть. Эй, блядь. Вот тут встань, вот тут. Вот тут, красавчик. Вот, чтобы эта хуйня далеко не спавнилась. Искру надо бить. Да не пизди, кто там пиздит. Череп вышел. Смотри, сейчас он сдохнет, нахуй. Я его захилил исповедью. Выпрыгивай с лужи, блядь, хули ты стоишь. А, топот мешает. Все, нахуй. Крестик, просто 10 метров отойди и все. Ебать, мы сейчас мы выучим этого босса. Искра, ебаный в рот, играем в искру, сука. Миралиса, подальше, дальше отходи. С этой хуйней дальше отходи, нас затянет. Вот, теперь выходи с лужи. Выучим тактику на этого босса и выучим на следующего. Сделаем плюс 0 нахуй. Через полгодика. Когда-то это была ачивка серьезной. Вот квадрат убили, даже поставить не успел. Блять, поздравляю вас, мы выучили тактику, оказывается. Ты сильный получается? Сильный, да. Блять, все равно челик с крестом выносит, ну, блять, на километр нахуй. Черепок только далеко, ну, выносится. Потому что, вот видишь, я... А, блять, топот нахуй, не могу показать. Похуй. Все, там два ляма на боссе, блять, можете там глаза закрыть, при, ну, по, прикорнуть там, блять. Вот уже сейчас все, блять, уже кончится все нахуй. Вот только метка ебаная, сейчас пусть у нее будет лужа, блять. Еще бой нахуй на вас повешается, блядь. Это будет хуево. А где мой жезл и мой посох? Жезл не у Лока, а посох чему я дал. Посох я дам. Где твой жезл, блядь? Там пол нули, когда я ролил нахуй. Пока я не понимаю, нахуй мне его дали ролить, если ты его реально уже до этого выиграл. Я а ты не... пошел? Ну, прочитай, что там написано, я тебе скажу. Так, а у кого жезл? Я говорю, у Лока третьей пати. Вот вестибюль, баллотируйся. Баллотируйся, вестибюль. Прибалу, блядь. Баллоти. Там два Лока. Какой именно? На L, который. Зачем тебе этот жезл? На трансмок. Ну, он, а, типа, думал, не знал, что, блядь, жезл тоже рулит. Он его не рулит. В смысле, блядь, он из чего он не должен рулиться-то? Сюда люди вот, блядь, в этом гире идут тупо на трансмок. Всё. Больше никак. Типа, блядь. Я говорю, что он не знал, у него не родов, типа. Послышу ровно. Чего? Братишка, открой просто чат рейда вот чуть повыше. Вот буквально совсем чуть-чуть пролистай. Там это вы заебали, вы сейчас мне весь мозг выебите. Я мутану вас нахуй с этой хуйней. У кого жезл нахуй? Быстро мне скажите. Линия сейкрафта. У тебя жезл? Дай мне в обмен этот ебаный жезл нахуй. Чувак. Да, да. Ты отдал в обмен? А ты кто? Да. Я в пятой пати, на мне звездочка нахуй, давай быстрее. Ты отдал Аматерасу, а то он заебет нахуй, выебет весь мозг. Да. Давай сюда мне эту хуйню нахуй. Сейчас, секунду. Это, по-моему, не тот жезл нахуй. Да-да-да, сейчас, подожди. Терялся. Челиков там в сумке бардак, блядь, теряются вещи. Ебать, что ли, нахуй.
Ладно, Ацалиныч, хуй с тобой, я, блядь, когда будет льда хэм, я буду играть. То ты же можно по стеночке пробежать. Хуярим, хуярим. Слишком. Просто, уешьте, это 2 секунды заливается все. Ремонтников в первую очередь убивают. Дается им стан. Че вы, блядь? А уешьте, вон, блядь, выберите ремонтников. Ну, че бы не поуешься-то в таком гильде, блядь. Ну только ремонтника надо убить сначала, то не отхиливают, видишь, мобов ебаных этих. Бери по тиктанку эту всю хуйню. Чё ты там, блядь, лока дашь мне или что нахуй? Ну сейчас бой закончится. Ну а чё ты в бою, подойди к звезде да приедай, блядь. Где тебе этот бой? Там бумага так не отвлекается. Он играет, блядь, пару дней. Люди, боже мой. Ну, что поделать? Придется ему в стрессовой ситуации находиться. Матерасу, стой, блядь. На, это ебаное говно, блядь. Извините, я первый раз в рейде. Все, не пизди больше, блядь. Про ебаные роллы, блядь. Всю остальную хуйню распылю, блядь. Если что-то надо на трансмок, называйте шмотку, я ее кину на ролл. Ей, блядь, надо ебаную голову. Только ради ебаной головы сюда приперся, нахуй. Ну, скажешь, откуда она там с Фреи, блядь, с Ауряи падает. Или там две одинаковые башки, блять, по виду. Как луна, короче, да, вот эта прилунная призма, дай мне силу, да, вот эта вся хуйня. Я хиляю, ты что, бомж, нахуй, хули ты в этой метке стрельбаны? И свою ХП не видишь, блядь? Раз, у меня им нет отрубили недавно. Ну, я понял, блядь, нахуй. Не восстанавливается. Понятно. Да, я вообще один сижу. Да-да-да, я думал, ты просто в метке решил постоять. Да. Я понял, нахуй. Бля, это пиздатые боссы, нахуй. Так, кто там спернется в танка? Тут нужна IQ, блядь. Чего? Больше 100. Больше 100, трупопровод. У тебя есть такая хуйня? У меня 101. О, давай, их да. Разводить надо. Их же, блядь, разводить надо, нахуй, насколько я помню, блядь. И перебегать, нахуй, слева, вправо, все брать. Я их тут в прошлый раз разводил, нахуй, развел, блядь, на деньги, нахуй. Ну, короче, теперь живу безбедно, блядь. Ставлю рыбу. Вот этих мобов разводил. Короче, пломбир, или как там, бомбир, ты будешь череп танчить, короче, отведешь этот. А двух, короче, трупопровод возьмет на трупопровод частицу, короче. И все, и нормально. Мне... По команде разбегаемся. А куда мне двоих? Куда хочешь, блядь, метров на 15-20 от черепа отведешь. Все, это дает счет, побежали. Еще раз, я вот этого здорового и мастера. Ты, да, ты двоих. Череп в первую очередь бьем, череп пломбир держит, бьем череп. Все, хилим и дамажим. Самое главное, дамажим. Отведи их. О, хорош. Только недалеко от хилов. Просто здесь хилим. Еще они. Так. Кто там? Так, я тебя здесь спорил, братан. Все нормально будет, не очкую. Череп бьем. Выводи с лужи. Ты что, тактику знаешь, трупопровод, блять? Выводи с синей лужи двух пидоров. Они по тебе сильнее начинают бить. Выводи, ебаный, выводи. Еще дальше выводи. Видишь, на большом баф, дебаф, нахуй. Он тебя хуярит больше. РДД, блять, показываю. Синяя хуйта на полу такая. Но увеличит дамаг, блять. Надо сюда встать. 15 человек РДД в рейде, блять. Никто не знает нихуя. Че вы, блять, сука, забыли тактику? Череп бьем. Пломбир, готовься. Будешь забирать... среднего, поставлю на него сейчас крест, нахуй. Вот, этот сдох. Не гони, не пломбир. Крест забирай, таунти крест. Сейчас он стаунтит крест, не забирай обратно. Вот он. Теперь его все бьем, крест. Вот, мы почти смогли, нахуй. Самое главное, короче, хилить. Так, здесь пылить, да, надо? Да там, сейчас в натуре, смотри, блин, секунду. А, ну ты тактику не знаешь, похуй, ладно. Тогда не буду писать. Разбегаемся на рейндж все, быстро все на рейндж. От синей лужи отбежать. На рейндж. С лужи зеленый выйти. Заходим в синюю лужу. Бьем крестик. Так, трубопровод, бля, я тебя что, почти проебал, да? Чистить. Вот. Так, ну Лисифер, я тебя резать не буду. Ты бич, ты нихуя не понимаешь.
тактик. Поэтому стоп, дамаг по боссу, отошли от босса, ждем. А, все, бейте, добивайте. Отходите от синей лужи. Отходите от синей, будет сейчас зеленая, потому что... Ну, крестик добивайте. Все, добили. Теперь в синюю лужу встаем, даем Геру фул по большому, по толстому бьем. Толстого подвинь немножко поближе, чтобы РДД доставали и синей лужи его бить. Подводи. Вот, все, хватит, останавливайся. Пломбир, готовься по команде, будешь таунтить босса с трупопровода. Трупопровод, дебаф на тебе сколько секунд осталось, посмотри, пожалуйста. 19, 18, 17. Когда будет 10, скажешь пломбиру, чтобы он стаунтил. Пломбир, готовься. 10. 11, 10, давай. Пломбир, таунти босса с трупопровода. Трупопровод, отходи, ты умрешь. К рейду только не подходи, просто от рейда отойди, ты умрешь. И просто добиваем босса. Каждый раз, когда умирает кто-то в рейде, босс отхиливается, поэтому надо не умирать. Ну, там лям остался, добиваем. Это был сложный режим на этом боссе. Когда-нибудь выйдет Ульда ХМ, там будет 500 000 хп. Мы будем бить этого босса. Часов. Так. Да, реально 8 часов. Спасибо. Ткань... Короче, это ничего никому не надо. А Салиныч, он просит плечи. Если надо будет кому-то, кроме тебя, будешь кидать на ролл. Ты в какой пати? Так, если надо будет... диск доступа к архиву. Кто будет делать квест? Но квест сейчас не брать, не сдавать, ничего, никуда не ходить. Если никто... Кинь куда? Что делает? Могу я сделать его? Это ведь для того, чтобы к Алгалону попасть. Да. Дам давай, тебе, короче, только сейчас никто никуда не идет. Никакие квесты не сдают. Там, блядь, плечи кожаные. Забили. Крудак надо кому-нибудь, бляха-муха. Я отдал, по-моему, или Крафту, или кому-то этому локу, который сдох. Ну, дайте ему обмену. Если тебе надо просто... Крудак, он тебе даст. Ему нихуя не надо. Он еще в игре нихуя не понимает. Он Трансмог, что такое, не знает. Отдал. Ну, не знаю, что... Ладно, пускай. Блядь. Кому-то что-то надо, я это отдам. Без проблем. Трупопровод туда ухнулся. А, логаешься. Идем за звездой. Трупопровод, заходи быстрее. Слав, квестик, я так понимаю, пока похую, мы сейчас чисто галванером. Да, сейчас не надо ничего, да, надо быстрее приходить. По ступенькам поднимаемся, куда вот он. О, бля, пиздатый босс. Женет спрашивает, кому грудак достался? Локу, он ушел, локу. Назад отойди. Если нужен грудак, я могу отдать. Давайте потом с этой хуйней, мы боссов сейчас бьем, потом с этой хуйтой все, шмот лежит 2 часа. Рейд проходит за полтора. Не надо сейчас ебаторию выстраивать из-за шмота, блять, я просто буду в боссах оставлять. Нам надо пройти быстрее на этом, сосредоточьтесь, или у вас времени дохуя. Блин, Слав, ну ты не забывай, что как бы реально тут все пришли, либо, блядь, за трансмогом, либо еще... Я еще раз говорю, шмот лежит 2 часа, рейд проходится полтора. Чтобы тут не сидеть 3, давайте потом это все разролите. Я шмот просто скидываю. Вот, если кому-то надо, вот, я закинул локу, грудак. Если, блядь, вам надо прям сейчас его, ну, я не знаю, блядь. Мы тогда 3 часа тут будем сидеть. Руки. Трупопровод, ты чё там? У меня хуйня какая-то зависает в овянка. Короче, заходим за линию сюда, заходите, где звезда стоит. Понимаешь, Слава, красивый шмот, это 5% ДПС идет. Не верю. Это, иди пуляй босса, помер. Фул ДПС по туловищу. Рука, которая подписана правая рука, будет хватать людей. Когда она схватит, я скажу вам, мне надо будет ее подбить. Сейчас я поставлю на нее череп. Ее сейчас не надо бить, сейчас надо бить только туловище. Слышно, нет? Слышно. Будет луч, с луча выходите. В руку бьем, в черепок бьем, в черепок бьем. Когда рука отпустит людей, можно будет бить дальше. То все, туловище бьем, руку не бьем. Просто если раньше убить это руки, то с них выйдут мобы, они вешают сильно. О. Да, танки, кстати, не проживали, когда был актуал. Там так хули там и хп такого не было. Все, вышли мобы. Давай, войско, помер. Старайся забрать их под босса туда. Милики, отойдите.
Вот я про это и говорю, блядь. Руку уже добейте, чтобы 15% босса сразу снесло. И сейчас все, и он умрет. Просто сильно у меня, как у кого-то, или кто-то руку хуярил специально. Блин, ни хрена себе ульди, блядь, по 150 туда накидывает. Нормально. Можешь мне это плечо скинуть, ты там вроде давал? Спускайтесь вниз, возле ледяной пещеры, два моба. Бить их надо одновременно. Чё скинуть? Плечо там. Кроме Асалина и тебя никому не надо это плечо. Да, ты Асалина такие же давал. С предыдущего босса падали. Все, блядь, тихо. Пошли дальше. Ну танк, иди, трэш, агрей. Только тут трэш от рейда отвернуть. Забагался трэш. Похуй, разбагивай. Разбагался. Убить моба надо два одновременно. У кого больше хп бьем, того моба. По дальнему сыграйте. Вышел слепые. Все, назад возвращаемся. Сюда встаем, звездочку. Тут встаем. Труповоз, ты где? Так, кто там? Где робот, вообще? Собрание, Кавангард. А дайте ему сумонту. Да все, я уже нашел вас. Подхожу. Я в этом месте просто первый раз вообще в жизни. Так что еще рассказывайте. Так, Жиза. Стоим в звезде. Ты прыгни в танка еще. Пока босс не пришел. Пломбир, вот смотри, идет босс. Всегда лицом на рейд его держишь. Все под его лицом стоят. Вот звезда босс. Видел пломбир? Угу. Вот, трупопровод, готовься дать войско. Можешь уже кастовать войско, пломбир, иди агри, все стоим за стенкой. В первую очередь надо дать АОЕ. Но смотрите, это, дал тебе зубы, короче. Быстрее сюда, сюда, блядь, веди, сука, сюда, босса, веди, пломбир. Ёбаный в рот. К нам лицом поставь звезду в 3D метку, лицом сюда. Вот, все ешьте четырех этих кошек. Они очень сильно кровотечение вешают. Могут убить. Все, осталось только баба. Фул дамаг в нее. Зачем вы сушение кастуете в одну бабу? Все, уже убейте ее. После этого каста надо сбить каст. Вот этот каст надо сбить. Вот, она сначала дает фир, потом этот каст. Антифир есть у пристов, есть тотем Миралиса на шеб. Ставим тотем, сбиваем каст. Сбив кастов есть у Элема, Энха, у ДК. Ну, в принципе, Миралиса это ты будешь делать. Этот каст делится физический урон перед лицом босса. Этот каст выходит кошка. Кошке надо дать таунт, набирать не агро, иначе она будет кидать дотку. Вот, вот на шеб сейчас сдохнет или нет. Не надо, блядь. Когда эта кошка, дикий защитник, умрет, под ней появится лужа. С лужи надо выйти, иначе она наносит дамаг. Страх, после него сбить каст. Вот этот каст сбить, иначе будет вайп рейда. Молодцы, ура. Я же говорил, сдохнешь. Говорил, сдохнешь. Все, красава. Красава, что отвел. Ну, он прыгнул в меня, убил меня. Выходите с лужи. Вставайте перед лицом босса заново в одну пачку. Так, ну Эли, давай ресай войда тогда. Так, стою. Берегитесь. Ну и все, добивайте босса. Берегитесь. Вот этот каст надо сбить. Сбейте, что там Миралиса. Там трепета не стоит уже, да? Ну, будет вайп рейда, я же говорю. Если не сбивать каст. Я же объясняю вам. Миралиса, что у тебя? Нет тотема трепета? Избить каст? Пронизывающий ветер? Не понял, блядь. Покидаю тело, нах.
Ну, так чё, пронизывающий ветер не дал, что ли, вот на этот каст? Он убил полрейда. Кир, через зеленку проходит этот. Ну, наверное, физически, наверное. Фир. А может, было, и... по-моему, не, магически. Не-не, через зеленку прошел, так что зеленка была, видимо, похуй. Не знаю. Его диспелить можно. Да, можно. Так, а у меня антифера в шипы не вытащил. Хуев будет. Вот видишь, все научатся играть получше. Бери сору, папа. Сориныч, кидай 500 голды сразу. И еще 1000 сверху, нахуй. Ледяная пещера, в ней сугробы такие, маленькие кучки снега. Здесь не вставать. Идем туда, бьем бабла. Блин, Слав, мне уже предложили 500 голды за сугроб, я согласился. О, ну ладно, тогда пуляйте сугробы, будем сидеть тут не полтора, а 3 часа. Могу сам сугроб популять, хотите? Обычно такого не делаю. Не, это не, так не интересно. Бай-бай, забери. Все заинтересованы, чтобы это пройти как РБК. Вы знаете, РБК за час проходится, за полтора. Вот. Вот сугроб, да? Вот какой-то пидор возле него прошел, да? Ну это помер был. Я же говорю, не надо рядом с сугробами ходить. У них раньше там 10 метров. Вот от них еще такой белый туман исходит. Идите сюда, хули вы там стоите, блядь, червей бьете, что ли? Блядь, идите, блядь, в грозовую гайду и побейте там червей, нахуй. Или что, это... Да, это высший уровень в игре в это или что, блядь? Надо быстрее это все проходить. Сугробы можно обойти. Вот справа сугроб наверху, он рабочий. Вот этот вот спереди слева не рабочий. Идем, не стойте нахуй, не надо стоять. Бежим одновременно и бьем всю эту хуйню. ХП по 100 тысяч у всех этих мобов. Быстрее, быстрее всю эту парашу. Корни по-большому. По КД, чтобы он не подкинул. Не подпрыгнул, не подкинул нас. Так, идем, как показывает звезда. Вот тут сугроб, нельзя в него наступать. Видите все, блядь. Обходим, блядь. Вот так обходим. Кто спулит сугроб, тот пидор. Идем. И тут еще сугроб, блядь. Отходим к левой теперь стороне. Вот тут по левой стене прям идем. Сука, лижем стену, нахуй, языком, нахуй. Вот. Теперь мобы, блядь. Бьем мобов. Проходим с этими мобами дальше. По левой стороне стены. Не стоим. С мобами... Мне кинули снежок, нахуй. Снежный снег в глаз попал. Дезориентация, блядь. Все, идем сюда, в пещере налево, направо, нахуй, запутался уже. Все, мобов, блядь, притягиваем. Короче, вот тут ставим шкаф, сумнем два тела. Так, босса, которого мы убили, убили бабу, называется А-У-При-А-И-А. Это кошатница. Так, тыкаем на сумон. Бля, Локи, а вы в курсе, что один лок может 3 шкафа одновременно поставить? Вот у вас 3 штуки. То есть, получается, можно мебельный салон открыть и целых 3 поставить шкаф. Ну, чтобы, блядь, нихуя, чтобы... Прикинь, сколько одежды там можно хранить. Можно трансмоги всякие хранить, там, такие из Ульвара. Если бы они еще доставались, конечно. А так всегда будет, ну типа если не тебе одному надо, то там нужно сролить. Чё там, КД? Ну нахуй он-то на плюсует, блядь. Заебал. Всё, пуляем босса, рассказываю тактику прямо во время боя. Сначала надо убить вот эти ледяные вспышки. Босса сначала никто не бьет. На боссе надо постоянно либо бегать, либо прыгать, как будто у вас фиолетовая метка на собаке. Нужно... отходить из маленьких синих кругов, которые ставятся на полу. В них через 3 секунды упадет глыба льда, которая наносит 15 тысяч урона. Вот смотрите, я звезда, я отошел, не получил урона. Черепок надо сбежаться, магию надо диспелить. В черепок сбегаемся, он дает баф на крит. Крит повышается на 1000%.
Сейчас еще появятся столбы света. Когда если в них встанете, то хоста увеличится на 1000000%, и будете кастовать за 0,001 секунды. 10 кастов можно будет делать. Вот. Но если вдруг в столб света падает глыба, нужно отойти от него, подождать, пока глыба упадет, и потом вернуться. Да, вот примерно так. Да, вот так. Да, вот глыба упала, зашел и кастуешь себе. Вот, внимание, с больших трех кругов отойти на 5 метров. Теперь зайти, заходим на снег, на большой синий снег. Кто не успел, тот сдох. Смотри, вот они сдохли. Теперь они, ну не сдохли, они в глыбах, и теперь их надо разбивать. Ну, у босса уже лям хп, проще добить босса. Ну, ты, блядь, 20 человек не знает тактику, ладно. Понятно. 20 человек не успели просто добежать. Они просто, когда отбегали с синей хуйни, синих кругов, они отбежали слишком далеко. Это называется синдром Долорана. Это когда ты глыбу на синдре относишь нахуй, говорят в бок, ты относишь нахуй, прям к стене ставишь. Я потом еще люблю говорить, блядь, ты бы еще, сука, в Долоран портанулся с этой глыбой, нахуй. Шалеть. Так, вот эта хуйня, два завоевателя выпало. Ну, по завоевателям у нас кто? Ну, давай, короче, литр пива. Если кому-то другим завоевателям надо будет, там, наплоди на вот эту хуйню трансмог, там. Если не надо будет, сама откроешь, ты не спутишь. Право, щит надо. Щит, не, щит не надо. Щит, кто это пизданул, нахуй? Ну, не надо, нахуй. Кто это пизданул, блядь? Щит не надо, нахуй, забудьте, блядь. Это БЕшка, она знаете, сколько стоит, нахуй? 1015, нахуй. А чё вы стоите, мы бы убьём? Надо же как-то на рыбу зарабатывать. Я, блядь, сегодня рыбу сделал, блядь. 1025 потратил. Так ты скажи её пофармить, мы, возможно, даже, блядь, пофармим. Рыбу, что ли? Ну, конечно, блядь. Я сегодня, 1025 потратил, ну чисто на рыбу. Почему-то там ракушечный подкаменщик стоил по 9 голды. Ну, я 1000 закупил там на 10 стаков, короче. И, ну а специи у меня свои. У меня с 5 персов. И, ну раньше я каждый день делал кулинарный дейлик. А сейчас это самое. 2-2 работаю, бывает. Бывает делаю на одном выходном, бывает 2 выходных делаю. А я, блин, не знаю, если вчера бухать буду, по черву рыбу половлю. Это раз всю сумку нахуй забил, блядь. Типа рыба это одна, это не настолько проблема. Бывает, что специи дорогие. Но специи я пока что свои беру, у меня очень много с 5 персон. Ну, специи, блядь, это... Просто всем кулинарам надо сказать, что, блядь, 100 ЕП в день нахуй делайте специи, блядь. Чё не придумать. Персонажи с ебаным ебаной кулинаркой просто. Ну, мы так делаем, что этот, как он называется, мне, короче, Хулидрин скидывает иногда, ну, он подкопит там за месяца, полтора подкидывает этот специи, вот эту всю хуйню, тоже кулинарные делики делает, и потом мне уже закидывает там через месяц где-то несколько стаков там этой хуйни, там по 3 стака этих специй, блядь. И просто пишет, сколько это голды все стоит на аукционе, и я ему это в счет записываю, чтобы ему вклад начислялся. Ну, то есть, так, здесь, короче, смотри, этот самый, на матерасу ты, короче, самый скиллованный, смотри, твоя задача будет, череп возьми сейчас контроль, а остальную всю хуйню убиваем, сейчас я поставлю метки, чтобы мы не сдохли. Так, контроль который? Контроль над разумом. Вытащи на панель. Вытащи, поставь на удобную кнопку, на единичку или на F1, или на C, или на F, или на B, блять. Куда удобно, чтобы ты мог обновлять. Пломбир, иди. Блять, почему пломбир? В комнату. Я сейчас скажу, блять. Сейчас скажу. Помер. Помер. Помер, помер, да, да, да. Ебаный, помер или помер? Помер нахуй. Идите, пульте эту хуйню, и ты черепок контроль, блять. Пульте вот эту червя ебаного, блять, и грипните его, блять. Только лицом от рейда. Не в рейд, ебаный его. Ебаный. Да как он тебе его грипнет, да, блять, не иди жопой вперед, блять. Ну так туда, в бок, вправо, все, взял эту. Все, не бегайте, мобом, встань где-нибудь, стой, короче. Сейчас убейте этих пидоров. И все, и отойдите, короче,
к этой к воротам, нахуй. Сейчас я поставлю метки, короче. Смотри, киризайт. И вообще, все смотрите, тут все очень легко, короче. На боссе есть молния, которая, короче, перескакивает. Это по целям. Если, короче, три челика стоят, она еще, ну, и каждый перескок, он усиливается. Вот, и если там больше трех стоят челиков, то оно, короче, разъебывает в ноль, нахуй. Вот смотрите, сейф-зона. Здесь буду стоять, короче, я, буду стоять Киризайт и будет стоять, короче, Лучезара. Вот. Дальше. Вот тут, кстати, блядь, тут, кстати, на нем что-то поменяли, он вообще хуйню стал исполнять. Я не знаю, что баг какой-то, блядь. Вот тут сейф-зона еще под мостом есть. Тут, короче, будет стоять на Шем. Кто там Элия в этого в хила прыгни. Вот. Контроль обнови. Да я знаю, блядь. Он кастится, блядь, 3 секунды. Нахуй. Так, короче, под в кружке будет стоять Элия на Шем. Так, и кого-то третьего въебать. Ну и короче, это, блядь. Ну и чумовая там стоит. Сейчас теперь остальные, смотрите. Трупопровод тоже. Хотя, ты в ДД же нормально даешь, да? Или хуйню? Нет, что-то там даю. Что-то там хуйню, короче, да? Не, ну там 14-15 дам. Блять. Я думаю, блять, не шотнить танка, нахуй. 55. Короче, прыгни в танка, будешь под страховки стоять. Короче, смотри, пломбир, смотри, вот босс сверху, когда спускается, встаешь в ромбик такой в центре, вон этот пидор наверху. Вот, и когда он спускается, он прыгает прямо ровно в центр. Ты спамишь таунт и ОПшку одновременно, начинаешь игронабор. Трупопровод, стоишь с ним. Теперь, милики, смотрите, блядь. Ваша тактика, нахуй. И вообще, встаньте кто-то в ромбик сейчас, может быть. Блять, похуй, ладно, на глаз сделаю. Милики, смотрите, у вас тактика такая. Вам нужно сохранять рейндж от босса такой, от ромбика и от пачки с левой ноги миликов такой, чтобы там было 12 метров. Вот. И если не можете бить босса, ну стойте, чильте, нахуй. Либо вообще под стенку идите. Вот, смотрите, треугольник, сейчас называют Реника, значит, треугольник стоит Асалин, Дед Мороз и Святос. Вот в луне стоит, значит, Призон, я хиляю. И кто еще? И литр пива. Вот. Все, милики кончились, вот 6. Смотрите, только вот сугубо по трое стоите. А остальные РД сейчас вот для вас метки, чтобы примерно вы понимали. Вот, допустим, подальше прям, чтобы нормально было. Вот, допустим, квадрат, да? Тут будет стоять у нас, давай, Аматерасу, Шалина, Трибал. А я шо, я контролю чела, не? Потом, блядь, это, сука, не сейчас. Ты сиди в контроле. А Матерасу Шелин Трибал будет стоять в квадрате, значит. Так, теперь. Давай вот тут, наверное. Хотя, давай вот тут. Потом еще три тела, значит. Крест примерно. Будет стоять, значит, кто там? Мурлокос. Миралиса. И Рикусь, не знаю, Рикусь, что у тебя за опыт игры. А Лавкрафт вообще под стену съебешь и там, блядь, сдохнешь, нахуй. Под любую стену, под любую колонну просто, блядь. Тебе тут нихуя не надо. Этот, вот, короче. Смысл какой? Смотрите, объясняю. Ну, может, он забаганный будет, сейчас проверим, кстати. А то, блядь, я охуел, когда увидел. Смысл такой, босс вот тут в центре такой стоит, да? Он, короче, из колонн вот эти с шарами будет приходить в босса двойная молния такая. Как только вот я такой, допустим, в квадрате стою, только увидел, нихуя. Вот за мной спиной, вот с этой колонны, допустим, хуярит молния в босса. Я когда это вижу, мои действия. Я не бегу ни в центр сюда, потому что если наружу рейндж, босс цепухой убьет меня. Я действую вот так, выбегаю назад и от этой колонны вот так. Вот колонны, и примерно до пробегаю, ну, чтобы четверть комнаты, вот так вот. И босс в эту сторону повернется и даст веер молнии. Первый веер молнии, в принципе, никого не шотнет, вот, под щитками. Но второй, третий, четвертый, они будут усиливаться, вот, пока мы босса не убили. Вот, чтобы это сэвэйдить, от этого веера надо отбегать. Ну, короче, если он будет багаться и веер кидать только в одну сторону, то просто, ну, за спину забежим, но при этом не нарушая рейндж этот, и так же по трое, как вы стоите. Теперь кто куда пойдет. В комнату пойдет трупопровод, потому что я думаю, блядь, лучше тебе это доверить. А, ты первый раз тут. Там, короче, просто могу, да. Будешь танчить, как в РБК, короче. Вот, они тебя будут станить. Со мной в комнату пойдут, значит, третья и четвертая пати.
Все остальные, пятая пати хилов и первая, вторая пати, остаетесь тут на арене в этом кружке. То есть у вас танчит профит, 6 миликов есть и 4 хила, вы тут хилите. Сейчас, когда этого моба убьем, тут появится рычаг, но он станет активным. Ему надо будет нажать и 10 секунд кастовать. Еще раз повторяю, кто куда идет. Первая и вторая пати остаются здесь. Трупопровод идет в комнату со звездой. Вот на тебя кружок поставлю. Вот. РДД, третья и четвертая пати, идете в комнату со звездой и с кружком. На арене остаются только милики и 4 хила и танк. Все, проверка и будем хуярить. Да легкий босс на самом деле, просто надо понимать, от чего можно сдохнуть. От всего, блять. В том числе и в комнате сейчас дамага будет тормоз. А, не успеет. Все, освобождаем моба, убиваем моба. Освобождаем моба, меняй контроль, бьем моба. Бейте моба. Метки в центр встаньте, потом, блядь, разбежитесь по меткам. Вот сейчас мобы тут будут хуярить, и мобы тут хуярят. Поверьте, хуярят. Под фреш целка так не пиздил. Так, рычаг никто не нажимает, я нажимаю тогда. Так, третья, четвертая пати с кружком звездой забегаем в решетку. Стоим, звездочки. Значит, в первую очередь бьем центрального моба, который прислужник. РДД бьем. Смотрим в конце... Да и сиди там тогда нахуй. Этот самый. Вот, убиваем, уешим. На левую сторону перебежали, в звезду встали шипешники. Быстрее, 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 быстрее. Вот. Танк иди агри, тебе похуй. Иди. Теперь на правую перебежали, видите? На правую. Быстрее, 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 то огонь заденет. Теперь опять на левую. Видите, рука в конце комнаты, он огонь заряжает. Теперь опять на правую, быстрее. Комнату забегаем, встаем под ноги босса. Сюда не... Хули, блядь, хули это, блядь. Нахуй, подойди к боссу, отверни его, нахуй. А, пизду, нахуй, да и похуй. Вайпанемся, похую, поебать, блядь. Разок вайпануться надо в жизни, нахуй. Сюда забегите, блядь. Вот это маленькая особенность этого ебаного баганого ебаного говна сервера ебучего, сука. То, что когда этот ебаный пидорас моб подходит к этой двери, блядь, он, блядь, воскрешает этих мобов всех ебаных. Видели сейчас эту хуйню? Поэтому, блядь, танк, нахуй, у трупопровод, который тут первый раз. Когда видишь этого моба, бежишь к нему, блядь, и делаешь так, чтобы он не вышел с этой комнаты. Быстрее прислужника убиваем. Зергаем его. Быстрее, 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 блядь. Беги сразу по лестнице, не стой. Беги, беги по лестнице, беги, беги. Дхейма минута. Прислужник объем. Там надо кнопку нажать. Прислужник объем. Блять, а чё вы моба пропустили, блять? Нахуй вы его пропустили, он убежал вон в туннель. Пиздец, нахуй. Ой, блять, кринж. Просто прикинь, дырявый танк пробежал, просто моб мимо убежал. Даже ДДшники его не ебанули, блять. Большого быстрее убиваем. Сука. Не, ну он это... не бьет, мы его тоже не бьем. Да, конечно, нахуй. Надеюсь, ничего не забагается из-за этого. Быстрее, быстрее убиваем. У нас, короче, 20 секунд. Быстрее, быстрее. И бежим за звездой. По стеночке, за звездой, за звездой, за звездой. По стеночке, за звездой. В круг не забегайте, в круг не забегайте. По стеночке. А то хуево будет. Вот, короче, сколько там? 10 секунд. Надо быстрее по боссу чем-то ударить. Ударьте его чем-то. Все, прыгаем вниз, расстановочку свою делаем по меткам. Кстати, не сказал, где я стою. Я в центре ловлю босса, да? Ты в кружке стоишь, чумовая. Все, фул щитки по рейду, даем Геру фул ДПС. Смотрите, я сейчас смотрю на Вуду, вы смотрите, откуда молнии идут. И посмотрите, куда будет веер, вот отсюда отбежали от этого сектора. Вот он туда сейчас веер молнии кинет. Вот кинул, пока нормально. Ну танку похуй, да? Танку похуй, бейте босса, короче, хуярьте бурсты пока максимально, пока все живые, блядь. Короче, сейчас будем подключать массейвы. Чё там, молнии следующий пустил? Кирзай, давай массейв. А, ладно, пока не давай, пока не давай, пока не давай. Ладно, похуй. Так, готовься, значит. Тупопровод, давай незыбку. Есть? Нет у тебя? Нету ты 4? Не-не. Он отдал уже. Ой, отдал, но стаков не было, я затыкал. Я понял, нахуй, понятно. Отдать? А, у меня КД.
Так, давай этот самый промер, этот хуярь незыбку на весь рейд. Так у меня когда? Понятно, ну похуй тогда. Тогда просто хуярим. Вот. Этот самый, Эля ресы кирезает. Эля кирезает, когда реснишься, бабл там и беги обратно за звезду. Я как тебя убила, блядь. Все, даю пристабав тебе. Слушай, а ты придумал ему охуенный новый ник? Пропер. Не, пломбир. Не, хуйня, вот пропер это заебить. Хуета ваш, старим, блядь. Ну, конечно, хуета в Овергире, блядь. Когда тут 210-м этим левом сидишь, нахуй, блядь, рыгаешь, нахуй, чтобы убить его, блядь. Но у меня сохранилось, я... как мы били. Пиздец, конечно. Я в курсе. Хуярили, блядь, с экзальтами, нахуй. Кричали. Я не помню, мы через... Посмотрите, через сколько недель, нахуй, мы его убили-то в первый раз, блядь. Я помню, еще говорили про ваш рейд, нахуй. Ой, блядь, второй рейд, нахуй, там... Корона мне, блядь. Через ноль... Да, блядь, мы... А если шапка не нужна, скинь на пломбира. Вот, кстати, не помню, мы в Хейме-то его, по-моему, не убивали, блядь. Так, какая шапка? Ладно. А, да, в Хейме мы его и не убивали. Угу. Да. Да, смотри. Так, Навара, короче, ты, сука, двойная хуйня падает. Цветос, на, короче, эту хуйню позаведуй там, Навара, что, блядь. Если... Но... Если кроме тебя надо будет еще кому-то скажешь. Че, я в ДД? Лава. Надо отойти на 5 минут. Так, Ходор Торим, иди. Сейчас РНЖЕ. Ходор Торим 200, нахуй. Слав, мне в ДД? Да не, будь в хиле. Оранжерея, там, короче, цветочки такие, там, короче, мобы стоят. Там мобы все нужно убить, кроме больших трех древней. Один зеленый, один оранжевый, один фиолетовый. Их нельзя трогать, к ним нельзя подходить. Они нужны для хэма. Босс очень простой. Все тоже в течение боя объясню. Идите мобы убейте. Цветочки, которые стоят один большой и 10 маленьких, нужно их разделить, чтобы маленькие были далеко от большого, иначе они становятся бессмертными. А большой растет, усиливается. Большой бьет по 50 тысяч, его нужно кайтить. Че вы стоите, блядь? Либо изгнание, вон Локи есть по-большому, и маленьких ждет танк. Вот. Я же говорю, разделить надо, изгнание. Ну еще есть какая-то залупа вообще, блядь, какие-нибудь способности в этой жизни? Я же говорю, они будут бессмертные. Надо отвести маленьких. Отойдите с маленькими мобами из-под большого. Отойдите с маленькими мобами из-под большого. Сука. Иначе они будут бессмертными. Прием. Блять, маленького вот этого не надо банить, надо только большого банить. Вот этого, блядь. Снимите бан. Убить, блядь. Че, как снимать бан, знаем, Локи, не? Я понял, блядь. Ну снимайте из большого тоже, все большой бьем. Блядь, снимайте. Большого бьем. Это был гайд на пачку трэша. Один большой, 10 маленьких. Вот теперь вот эти мобы, да? Они там фронтальное АОЕ имеют, кидают дебаф. Дебаф магический и яд нужно диспелить. Эту хуйню надо отвернуть, дать стан мобам. Можно. Они кливаются очень, очень быстро, ДПС много. Бьем, бьем, бьем. Все, теперь идем за звездой по тропинке. Также большой есть страж-плеточник. Его надо забанить. А мелких надо подождать здесь. Вперед идет только лог, банит, либо сова дает корни. А эту хуйню ждем здесь. Отходим от них. Их берет на себя танк. Вот, когда они достаточно отойдут от большого цветка, с них пропадет дебаф листочка, и они станут очень легко убиваемые. Вот. Вот, вы увидели истину в последней инстанции. Теперь надо снять бан с черепка. Я понимаю, рейд душный, конечно, но когда в КМ пойдем, мне охота это все объяснять в более трудных условиях. Потому что там все то же самое будет абсолютно, все способности те же самые, но будет все, ну... Каждая хуйня будет шортить, короче. Каждая способность. Здесь хоть есть время выучить. Причем какие тактики, механики. Он тот древень. Его же оставляем, да? Оставляем, да. Зеленый, оранжевый и фиолетовый. Их не бьем.
внимание, сейчас надо аккуратно поехать за звездой, можно сесть на маунт. За звездой, за звездой, за звездой, за звездой. Тут ходит босс, надо посмотреть. Вот она пошла в воду, значит сюда пойдем на полянку. Ну давай тогда ебанем вот этих мобов. Вот страж-плеточник, где он там? Забаньте его. Во, маленьких откачиваем. Подальше, подальше. Сейчас они прикастуются, подальше отходим. Вот где звезда. В эту сторону, все, ешим их. Теперь пилоточник объем. Пилоточника? Пилоточника, да. Так, ну пошли на тот берег. Ну давай вот этих убьем. Там босс как раз оттуда уйдет. Она сейчас пойдет в воду, потом обратно на поляну. А вот она идет уже. Так. Пойдем, еще такая пачка вот тут стоит. Трэш убивается для того, что если пулится босс, они босс все начинают подходить. Они все начинают сбегаться. Что там еще есть желающие воду? Надо будет добрать рейд на фул, чтобы йога с алгалоном нормально убить. Тяжеловато будет. Ну и вот этих двоих ебанем пока. Потом мелких. Почему у меня постоянно читается заблудшие мелху? Нихуя. Какие скрытые желания. Милфу. Миф это что? Это как вообще? Это женщина в возрасте или как? Или да, в расцвете? Да, да. Хорошая женщина. Вот. Хорошая женщина, да? Как в этом, блять, как он называется? Американский пирог, да? Или как это хуйня? Хорошая женщина, типа. Мама, назад, назад, назад. Назад, звездой. Назад, идем на полянку. Агрим Фрею, подводим на полянку вот сюда. Бой примерно вот тут будет происходить. Вот здесь, на этой полянке, где череп. Все, веди босса сюда. С пула ее никто не бьет, просто стоим на рейнже друг от друга. Будет кидаться луч солнца на одного случайного игрока. Если рядом с ним будут стоять еще игроки в 10 метрах, то они тоже получат дамаг. Дамаг приличный. Будет появляться 3 столба света, с них надо выходить. Будет каст дрожания земли, на него нужно стопать каст. 3 моба надо убить одновременно. Дайте время набрать танком агро. Вот на этот каст надо стопать каст. 3 моба надо убить одновременно. Бить того, у кого больше хп. Хватоплета надо бить. Сбиваются косты. Если не убить одновременно, через 12 секунд они реснутся. Все трое живые. Зеленую елку надо убить. Иначе нареснет хп всем мобам на фул. Бить надо хватоплета. Хватоплета надо стаунтить. Надо грипнуть. Надо бить корни. Может надо дать фридом на корни. Глокос, как дела? Призен, как дела? Че, не успели реснуться, да? Или рисы Бурлокоса. Ты же убил. У меня же еще КД висит 2 минуты. Ладно, похуй. Босса не надо бить сейчас. Как слышно. Прием. Не надо босса бить. Он отхиливается. По 500 тысяч в секунду. Из лучей надо выйти. Надо зайти под грибы. Зелен... Под грибы надо зайти. Если не зайти под грибы, то не можете бить. Босса под грибы. Бить древня надо. Он дает сало на весь рейд. Сало исчезает только под грибами. Если гриб вырос до большого размера... Блять, кто послушает со стороны, это пиздец. Если гриб вырос до большого размера, то он исчезает. Если он исчез, надо встать в другой гриб, который маленький. Маленький это новый гриб, он снимает сало. Если в грибе появился желтый луч света, то с него надо выйти и поискать другой гриб. Фух, справились. Да. Босс выросла елка. Елку надо убивать в приоритете всегда, иначе она отхилит на фул хп босса и мобов. Мобов вызывается 3 вида. Первые 2 мы уже видели. Третий вид это 10 маленьких плеточников. При смерти они наносят урон 6000 в АОЕ. Радиус АОЕ 12 метров или 15.
чтобы не сдохнуть, надо не ауешить их одновременно, не ауешить их одновременно и отойти от них. Великий, если вы находитесь в пачке мобов, надо выбежать от них. Иначе вы все сдохнете. 10 маленьких хуеплеточников. Как правильно шарейт? Так, все нормально. Добиваем вот этих двух. Так, ну чем меньше стаков уже на боссе, тем больше, тем меньше она хил. Сколько там сейчас? Посмотрю. 75. Не, она там хилится просто где-то стаки там. А вот. А, вот 24 тысячи в секунду, но увеличение эффективности 600%. Так, в 6 раз это получается 100... Короче, 150 тысяч где-то. Ну, сейчас еще пачку ебанем. Сейчас. А может это паладином рассказать, что можно корни не бить, а, блядь, флидом не кидать? Нет, это дохуя кино, ты чё, блядь, ты такого не дождешь. Три моба вышло, одновременно их бьем, даем танку набрать агро. Череп нужно бить больше всего, потому что он более толстый, он растет, увеличивает хп свое. А тех, ну, тех двоих АВЕшкой забьете. Не срывайте мобов с танка. Сбивайте мобам косты. И тогда нормально будет. Вообще РБК босс чисто. Дар Эонора. Зеленую елку надо убить, иначе она отхилит на фул хп. А, нет. Все, добивайте грозового плиточника. Вот, нормально. Ну, фрейдом вам, Матарасу. Там, там либо убить. Давай резай Мурлокоса, быстрее босса забьем. Случай, выходим. Сейчас, короче, следующий треш выйдет какой, быстро его заливаем, там или большие, или мелкие, и уже в боссы начнем играть. Под грибы встаем и бьем дерево. Быстро дерево заливаем, елку заливаем, елка выпала, вон она вдалеке. Дар Эонора, надо его убить. Дар Эонора растет, 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 отхилит на пол хп сейчас. Вот, все, убиваем старика. Вот этого дерева, энта, древень. Ну, быстрее, 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 быстрее дамажим. Дамажить можно только под грибами. Леньку, я. Кирезай, да? Быстрее, как пропаганда. Все, фул ДПС по Мурлоко средства кирезать, фул ДПС по фрей. Давайте Геру. Вставай. Елка выросла. Елку ебаните и дальше боссы, иначе он отхилит. Все, и боссы хуярим. Появятся мелкие, и дальше босса продолжаем играть, и все. Так, следующий столбов выйдите, столбов света выйдите. Все, и по боссу. Не властен надо мной. Так. Будто сколько. Знаете, да, что здесь сейчас? Что здесь сейчас будет мешок, да, который он пиздит. Нет, не знаю. Я... Все получили по 40, я 2. Не знаю никаких мешков. Так травники же могут видеть, нет? А, травники есть, нет? Ну, я травник, да. Так, литр пива то же самое с штанами. Я закину, если вдруг кому-то из этих классов надо будет, там смог открывать Т8 или вот эту всю хуйню, короче, остальное все исчезло, короче, могу лутануть, все. Оранжерея жизни портал, ой, блять, искра воображения, спускаемся по ступенькам вниз, там босс тоже такое чудо белорусской техники. Ой, ебать, это будет наш номерок. Это будет наш вайп, нахуй. Да, Мимиром. А, бежим вниз. Ребят, под завес, сейчас я перезахожу. Блять, отбегите от них или убейте. Они не шотуют тут. Они не шотуют, сука. Шотуют, ну. Ну. Меня на 30% опустило. Меня просто опустило, блин. Опустило красный. После грибов, да? Ебаный. Даже... Наведите на красную кнопку. Квинс. Не надо кнопку. Не надо. Усебитесь назад, нахуй. Не надо никакие кнопки там рассматривать. Может, мне хила на всякий случай. Не, она так манит. Бабочки не надо. Мы хэм не делаем. Не а будем. Почему? А че за кнопка? Потому что я не буду. Далеко. Другой раз. Это будет хэм.
через пару недель. Это пульт от ядерки. Нормальный сетап. Видишь, там, не нажимайте эту кнопку, блядь. Что будет, если нажать? Не надо. Это... Хрея будет, сказали же у тебя уже. Не надо это знать. Фрея, этот самый, ставьте шкаф, тыкаем на сумон, резайтесь, ну, блядь, резайтесь, заходите, мы с моим сумонем. Ёбаный в рот, вы долго там дохнуть будете? Чё, блядь? Тыкаем на сумон, сумоним на Салина. И Элли там, заходи, кирзать, заходи. Где они? Дикий резайн. Так, что ты, блядь?